В Австралии погиб турист, его съел крокодил. Останки были найдены внутри 5-метровой рептилии и принадлежали 62-летнему мужчине, который отдыхал вместе с женой и дочерью в национальном парке Кокоду. Крокодилы напали на него 7 июня, когда он плыл по реке в лодке. Тревогу подняли родные погибшего, когда он не вернулся в лагерь.